Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе, ребятки, вас ожидает мега открытие кейсов на аккаунте подписчика. Он эти кейсы, ребят, чтобы вы понимали, копил больше года. Ну, в принципе, вы видели в начале видоса. Но, конечно же, хотел бы для начала вас всех поблагодарить за вашу поддержку, поблагодарить за ваши лайки, за вашу подписку, за ваши комментарии. Обязательно, ребятки, не забывайте, что на канале проходит розыгрыш Royal Pass, участвуйте. Вот вам подсказочка с видосом, где у нас проходит розыгрыш. Ну, а мы переходим к видосу. И, как я уже говорил, мы с вами будем открывать купоны, которые подписчик копил больше года. Спасибо ему огромное за то, что он предоставил аккаунт. Но, конечно же, и классических купона. Есть еще 30 премиум кейсов, конечно же, на сладенькое ставим. Но начнем мы, конечно же, с ящиков припасов. Вы знаете, как сильно я их люблю. Мы прямо сейчас с вами откроем один купончик, чтобы поставить галочку. И начать открывать эти купончики по десяточке именно с пропуском. Так, приглашать нас никуда не надо. Погнали, ребятки, по десяточке, полетели. Так, временное. Опять все временное. Снова же временное. О, мифическая маска. Мифическая маска. Но временная, к сожалению. Ну, как бы с пропуском вы видите, ребятки, какой дроп. Кейсы очень быстро уходят. Очень быстро. Давайте посмотрим, сколько мы уже с вами открыли. Уже сотку. Уже соточку мы открыли. Ну, давайте еще одну. Не, ребят, давайте все-таки попробуем пару без пропуска. Потом снова же с пропуском откроем, не проблема. Просто вы видите сами. Дроп вообще никакой. Плюс к этому, если вы помните, у себя на аккаунте я открывал очень много кейсов именно с пропуском. Именно вот эти, да, ящики припасов. И когда я открыл там последние 40 штук, если не ошибаюсь, да, без пропуска, мне тогда упала именно мифическая маска. Может, и здесь это так сработает. Давайте посмотрим. Но пока что временная кофточка. О, постоянная. Постоянная. Уже хорошо. Наконец-то что-то постоянное. Идем дальше. Мы открываем, ребятки, и я буду нажимать пропуск именно вот в этот момент. Так. Угу. О! И снова же мифическая маска, но временная, к сожалению. Окей. Окей, я вас понял. Нажимаем. Временная. Снова же временная. Опять временная. Опять эти две маски. Опять мифическая маска, ну серьезно. Уже какой раз падает эта мифическая маска? Третий вроде бы, да? Ладно, я вас понял, я вас понял. Так, открываем сейчас десяточку, ребятки. И снова же ставим с вами галочку. Вот так. И давайте открывать снова же с пропуском. Погнали. Так. Так. Угу. Можно хотя бы легендарочку одну постоянно, ну серьезно? Ребят, осталось 130 кейсов. Вообще ничего не падает. Я даже не могу это комментировать. Это 300 с чем-то кейсов. Если бы это было на моем аккаунте, я бы сгорел просто. Я бы просто сгорел, ребят. У меня, если вы помните, в два раза меньше даже было. Даже больше, чем в два раза. И у меня выпала мифическая маска. А тут прям ничего не падает. Ну давай! Ну! Понимаю. Так, ладно, ладно, как бы сильно не разочаровываемся. У нас есть еще 500 классических кейсов, да? Но все же. Опять ничего. И снова же ничего. А, и кстати, подписчик разрешил открыть еще кейсики за джишки, ребят. Так что мы еще на джишки подкрываем пару десяток. Вроде бы говорят, что за джишки падает лучше им на дроп. Мы вот с вами вместе это и проверим. Но пока что вообще тишина. Нет, нет, ребят. Этот ящик припасов, походу, отдал все, что мог. Так. Понял вас. Окей, ну, погнали за джишки тогда. У нас тут джишек неплохо так накоплено. Давайте попробуем за джишки пооткрывать. Пропустить. Ну-ка. Угу. Опять мифическая маска. Ну вы серьезно, ну сколько можно? Оу, мифический костюм временный. Нормально. Не, ну если он был бы постоянный, это было бы просто сейчас мега открытие. Но, как видите, пока что, ребятки, ничего. Ну и на этом, в принципе, все.
Теперь, давайте посмотрим, ребятки, гаранты. Давайте гаранты посмотрим. Так, где тут у нас гарант? Вот. 14 гарантов. Ну давай, давай. Удиви меня. Угу, удивил. О, ладно, ладно. Хорошо, легендарочка есть, уже хорошо. Да блин, можно, пожалуйста, желтый костюмчик хотя бы? Или корячок? Ну, рюкзак хотя бы, пожалуйста. Ну, хоть что-то из легендарок. Нету маску головного убора. Хотя бы что-то годное, с чем можно погонять. Да хватит эти кофты. Наконец-то легендарочка. Хорошо, хорошо. Так, идем дальше. Не, ну эта игра угорает, ребятки. Ладно, идем в классический кейс. Так, будем каким образом открывать, ребятки? Здесь тоже будем с вами открывать и с пропуском, и без пропуска. Ну, чтобы не затягивать сильно видос, да? Будем с вами использовать и мою тактику. Попробуем, вдруг получится выбить ледничок. Почему нет? Ну, а пока что давайте открывать по десяточке. Давайте по десяточке прямо сейчас. Нажимаем пропустить. Давай, классический кейс. Ты должен надуваться сейчас и за ящик припасов, и за себя. Так. Угу. Понял вас. Понял. Идем дальше. Так. Так, здесь что-то не шибко так сыпет, ребятки, как вы видите, да? Прям вообще классический кейс такой. Он же должен... Я предполагаю, он должен сыпать, потому что сегодня его обновили. Чуть-чуть, да, на 4 дня целых. Повысили шанс дропа на определенные скины. Ну давай, давай, покажи. Из 500 кейсов упадет нам что-то из повышенного шанса дропа или нет? Вот прям неинтересно. Так. Ага. Ага. Ну, пока что тишина, ребятки. Ладно, как бы запас... большой, поэтому я еще как бы, ну, грубо говоря, разгоняюсь понемножку. О, микроавтобус. Вот это хорошо. Вот я себе такой микроавтобус 3 года хотел. Так, 50 кейсов мы уже открыли. Давайте, я думаю, сейчас с пропуском пооткрываем пару штучек, ребят. Да? Я думаю, будет интересно с пропуском сейчас пооткрывать. Опачки. Первая легендарочка. Рюкзачок. О, корячок. Неплохо, неплохо. Ну и теперь давайте с пропуском, ребятки. Погнали. Так. Ага. Понял. Спасибо, спасибо. Я вас понял, я вас понял. Хорошо. Так, ребят, теперь предлагаю, мы соточку уже с вами открыли. Давайте затестим все-таки по моей тактике. Попробуем пару раз, немного раз, ребятки, чтобы не затягивать. Потому что я понимаю, что вам это не нравится. Поэтому просто вот пару раз, именно чисто для эксперимента. Быстренько раздеваем нашего персонажа. Снимаем костюмчик, головной убор. Находим ледничок. Досчитываем. Открываем по одному, пока не упадет что-то годное. А потом открываем две десятки без пропуска, две десятки с пропуском. И, в принципе, смотрим, что нам упадет. Погнали. Серебришка, окей. Опять серебришка, понимаю. Так, ну, в принципе, да, нам 3, там, 5 попыток, чтобы выбить что-то годное. Опачки! А вот это хорошо. Очень крутой скинчик на ВСС. Вот это годно, ребятки, я вам скажу. Вот это очень даже неплохо. Ну, давай ледничок таким образом, пожалуйста. Так. Еще десяточку, погнали. Не, ну ВСС-ка топ, ребятки. Она мне очень сильно нравится. В принципе, я надеюсь, подписчику это очень даже зайдет. Ну, давай. Сковородочка. Две подряд, понимаю, понимаю. Ну, давай. Окей. Так. Окей, ладно, открываем дальше. Открываем дальше. Так. Головной убор. И все. Окей. Пока что не расстраиваемся. Кейсов очень много. Пока что все хорошо. Тем более ВСС-ка упала. Рюкзачок нам упал. Так. Два костюма вот упали. Продолжаем.
Нет, вообще он не сыпет, ребят, если честно. Вот я ожидал от классического больше. Тем более там повышенный шанс дропа, но он же должен насыпать, правильно? Но пока что он вообще не сыпет. Но у нас есть еще целых 300 кейсов. Это очень много, но все же. Давай. Угу. Давайте откроем один с пропуском. Давайте попробуем одну десяточку с пропуском. Попробовали, спасибо. Идем дальше. Давайте опять с пропуском. Ну, то есть без пропуска. Так. Рюкзачок. Рюкзачок, кстати, неплохой. Костюмчик. Окей, так, ну что, ребят, давайте еще раз попробуем, да? Снова же открываем с вами ящик солдата. После этого считаем с вами секундочки. Быстренько возвращаемся в классический кейс. Раздеваем персонажа. А, о, стоп. Так, раздеваем. Даем ему быстренько ледничок. Кстати, сковородочка неплохая здесь в кейсике. Она мне очень понравилась. Текстурная такая. Хотел бы себе такую сковородочку. Так. О, шлем. Шлем тоже неплохой, кстати. Пойдет. Хорошо. Легендарочка есть, погнали дальше. Давай, ледничок, пожалуйста. Я понимаю, что у нас запас большой, можно и два выбить, почему нет? Но хотя бы один для начала забрать. Так. Следующая десяточка. Потом две с пропуском, ребятки. И посмотрим, что будет с дропом. Так. Угу, помидорка. Спасибо. Давайте теперь с пропуском. Окей. Я вас понял. 256 кейсиков. Так. Ну что, я думаю, пооткрываем пару десяточек с пропуском, ребятки. Давайте откроем один. Поставим с вами сейчас галочку. И пооткрываем прям так неплохо именно десяточками. Погнали. Так. Не, ну с пропуском, ребят, вообще ничего, вот посмотрите. Не-не-не, с пропуском вообще ничего не падает. Нужно именно без пропуска открывать, и еще и по моей тактике. Потому что, если вы видели, вот я прям заметил, по моей тактике каждый раз падает легендарка. Ну, серьезно, прям легендарка, имею в виду из... просто вот когда открываем по одному. Почему нет? Давайте попробуем. Может, хотя бы так ему нафармим легендарок. Так, где ледничок? Вот он, иди сюда. Ну и, в принципе, отчитываем и открываем. Погнали. Ну-ка, вот прям проверим. Ну-ка, давай. Пожалуйста, сковородочка. Не легендарка, но все же, да? Все же, сковородочка пойдет. Конечно, не та сковородочка, которую я говорил, но все же. Так. Опять сковородка, да вы угораете. Маска орла. Погнали дальше. Сколько можно сковородок сыпать просто? Ну давай ты хоть легендарку какую-то. Не, давай ледничок, чё ты? Давай вот с пропуском, вот сейчас ледничок надо. Да. Это было больно, но мы продолжаем, ребятки. У нас есть еще 160 кейсиков. Так, убираем галочку. И погнали снова же в ящик солдата. Ребят, ничего вообще не падало. Вот прям, я надеюсь, вы будете не против, если я все-таки еще раз делаю. То есть открою именно по моей тактике, да? Давайте быстренько открываем ящик солдата, быстренько уходим в классический кейс, раздеваем быстренько тоже персонажа, даем ему в руки ледничок. Так, где ледничок, давай, иди сюда. Так, вот он, окей. Досчитали и открываем, погнали. Опачки, и снова же, вы видели, именно открылся, именно с прокрутом. То есть, вот прям каждый раз почти так открывается. Несмотря на то, что упали сапожки, конечно. Но все же. Давай. Опять орел. Акула. Понял вас. Следующая десяточка. Дальше снова же открываем две с пропуском. Ну. Ну давай. Да блин. Сколько можно? Опять эта сковородка? Ну вы угораете. Сколько можно столько сковородок кидать? Игра! Да. Ребятки, 113 кейсов, а дроп-то вообще почти никакой. Опачки, костюмчик. Спасибо.
штанишки. Окей. 110 кейсов. Просто они улетели, ребятки. Я даже не заметил, как быстро у нас улетели 400 кейсов. О, наконец-то какой-то другой скинчик. Скинчик на QBZ-ку, спасибо. Опять тот же самый головной убор. Не, ну, наконец-то хоть что-то другое, потому что уже те же самые скины, они мне уже мозолят глаза. Та же самая сковородка. О, и парашютик неплохой. Сковородка-то падала просто бесконечно. Опять она! Вообще ничего не сыпет. Ну давай уже. Еще одна сковородочка. Ну хотя бы это посимпатичней. Но все же. Она посимпатичней, но все же не очень. Хотелось бы что-то получше. Ну давай. Давайте с пропуском. Ничего. Головной убор. Елочка, спасибо большое. Спасибо за елочку. Прям идеально китайскому Новому году. Прям идеально, спасибо большое. Помидорка опять. Просто огонь. О-о-о. Вот эту сковородочку я и хотел. А вот за это... Ничего себе. Это что за такой добрый кейсик у нас сейчас? Сковородочка упала, которую я хотел, и головной убор от того самого мифического костюма. Вот это было неожиданно. Еще один рюкзак, серьезно? Вот это, ребята, я вам скажу, было неожиданно. Прям под конец немножко так насыпало. Хорошо, спасибо. Вы серьезно? Еще один костюм? Это было вообще неожиданно, если честно. Окей, спасибо, спасибо. Хотя бы под конец немножко нам легендарок насыпал классический кейс. Окей, премиум кейс, погнали, ребятки. Сразу же открываем десяточку. А, у нас тут пропуск стоит. Так, убираем пропуск. Ну, хотя платье нормальное, за гарантию. Костюмчик нормальный такой. Пойдет. Масочка. Я вас понял. И сейчас по традиции чесалка, да? А, нет, ладно, ладно. Головной убор, хорошо. Значит, третьим гарантия у нас будет или висюлька, или чесалка. Потому что без них, ну никак в этом кейсе. А вот и висюлька, но не гарант. Это хорошо. Это... А вот и чесалка, и тоже не гарант. Рюкзачок. Неплохо, неплохо. Не, хорошо, что висюлька и чесалка упали отдельно. То я думал, сейчас будут как гарант. И это будет очень обидно. Опачки. Это что за купон у него тут летают? Так, с глаз выполнили. Окей. У него летают здесь купоны, как видите, ребятки, в лобби. Так, а что за регион? Ну-ка, давайте посмотрим в настройках. Да нет, так, ну-ка. Сингапур. Ага, о, опять купончики. А, вот, посмотрите слева, ребятки, наверху. Видите, вот, выпадают 5 купончиков в день в течение полчаса. Прикольно, прикольно. Окей, в общем, на этом видос, ребятки, заканчивается. Вот такой вот получился open case. Огромное спасибо подписчику за то, что предоставил аккаунт. Вам спасибо за подписочку, за лайк, конечно же, за комментарий. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Dream, всем топ-1.